Всем привет от канала Ontario 365. Спасибо большое за лайки в том видео. И сегодня мы будем готовить белковые котлеты. Нам понадобится 5 небольших куриных филе, 2 яйца, 2 луковицы, 7 столовых ложек отрубей, а также зелень и соль, перец по вкусу. И начнем с того, что нарежем наши филешки таким размером, чтобы они влазили в вашу мясорубку. Точно так же мы нарезаем наши 2 луковицы. Спасибо большое всем тем, кто оставил комментарий под предыдущим видео. Если кто не смотрел, то обязательно посмотрите, называется «Мясной пирог». Там многим не понравилось, что я жарю и использую масло. Именно поэтому сегодня мы готовим такие белковые котлеты, которые готовятся на пару. То есть способ приготовления практически никак не повлияет на белки, которые содержатся в наших продуктах. А теперь отправляем в мясорубку наше мясо и лук. Если такие котлетки на пару вы будете готовить в кастрюле, то вам пора уже поставить воду кипятиться. Я же буду готовить их в мультиварке. Затем берем емкость побольше для того, чтобы удобнее было вымешивать наш фарш, и отправляем туда наше мясо с луком. После добавляем яйца. Также добавляем туда зелень, у меня была замороженная, но вы можете использовать свежую. И начинаем добавлять отруби, у меня ушло 7 столовых ложек. А еще обязательно посолите и поперчите фарш и начинайте его хорошенечко вымешивать ложкой, а можете и руками, кому как удобнее. И теперь в мультиварку я наливаю воду где-то наполовину от высоты подставки. И начинаем формировать наши котлетки. Для этого я смачиваю руки в воде. Для того, чтобы котлетки не прилипали к ним, берем небольшое количество фарша и начинаем как бы его перекидывать из руки в руку, для того, чтобы котлетки вышли более легкими и нежными. И отправляем в мультиварку. В первой партии у меня вышло 6 вот таких котлеток. Закрываем мультиварку, выбираем режим пароварка, изменяем время на 30 минут. Даже если вы делали паровую баню при помощи кастрюли, то все равно они у вас будут 30 минут готовиться. По истечении 30 минут сбрасываем давление в мультиварке, и вуаля, вот такие котлетки у нас получились. У меня вышло еще таких 3 партии.
если вам понравилось это видео, вы хотите еще смотреть подобные рецепты, то обязательно оставляйте лайки под ним. А я же хочу вас пригласить на свой канал Ontario365, в котором вы найдете много других полезных рецептов. Но я надеюсь, что и здесь мы вскоре встретимся, так что до новых встреч, пока-пока!